Я прошу вас, если что-то случится, я прошу показать эту кассету на весь мир и сказать, что эти люди готовы исполнять заказные убийства, и возможно, что они исполняли заказные убийства как внутри страны, так и за рубежом. Мне и в страшном сне не могло присниться, что с Сашей случится то, что случилось. Well, I'm absolutely shocked. He looks like a ghost, and who would inflict this? And they must see him to reduce somebody to the state he is in now, with an obviously intentional. You say he's screaming. I mean, he's. Well, he's in pain. He's in pain all the time. Who did it? Who did it? В конце апреля 2007 года. Я вернулся домой. Кто-то устроил этот разгром, но ничего не взял. В конце зимы 2007 года офицеры Скотланд-Ярда попросили меня дать подробные показания по делу об убийстве моего друга Саши Литвиненки. Сейчас я понимаю, что тогда не нашел нужных слов, чтобы рассказать все, что знаю, выразить все, что чувствую. Мои показания в этом фильме. Мировая известность Саши Литвиненки началась после того, как его отравили. Но в России мы узнали о нем в 1998, когда он на всю страну заявил, что его офицеры ФСБ начальство заставляло убивать и шантажировать. Это Александр Литвиненко. Иногда и просто инструментом для зарабатывания денег. Новый поворот в деле бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко на прошлой неделе. Тогда, в 90-х, Сашина слава была недолгой, и большинство из нас позабыли о нем на некоторое время. Источником этого террористического акта мы называем чеченских бандитов. Сегодня последний день уходящего века, и я ухожу в отставку. Я понял, главное дело в моей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Я хочу сказать каждому из вас, будьте счастливы. Вы заслужили счастье и спокойствие. С Новым годом, с Новым веком, дорогие мои. Отвоевывая для нас мир, отвоевывая целостность России.
Может быть, не говорить о мертвых, может быть, сделать вид, что их нет, потому что, правда, если много потерь, и ведь все враги России сейчас говорят, что много потерь, постоянно, ежедневно. Может быть, сторонникам России тоже говорить о потерях, только говорить о них, как о героях. Какие мысли наводит вас вот именно этот короткий фильм? Может быть, вы? Алексей Щербаков, политолог. Да. Ну, фильм снят явно однобок. Из этих детей вырастают те, кто потом отрезает голову. В фильме звучит вопрос, каких боевиков ты убил Путин? Угу. Будущих? Мы все знаем. Так что же, по-вашему, вырезать всех, исходя из того, что они могут стать боевиками? Нет, не в этом дело. Слово Андрею Некрасову, режиссеру фильма, который вы сейчас видели. Мы то говорим о антитеррористической операции, то мы говорим о войне. Это не одно и то же. Когда удобно, мы говорим о войне, потому что существуют щепки, так называемые. Mm-hmm. А когда мы определяем с высокой трибуны, чаще всего, мы слышим антитеррористическую операцию. В мире нет примеров такой антитеррористической операции. И я не хочу все время ставить пример Запад, цивилизованное общество и так далее. Это вопрос нравственности. Государство не имеет права опускаться до мести. Если государство ставит себя на ту же доску с террористами, государство становится террористическим. Поначалу я обвинял государство в жестокости по отношению к мирным жителям в отместку, как мне казалось, за действия прочеченских террористов в наших городах. Но в воздухе витал вопрос, который лишь немногие решали задавать прилюдно. Этот вопрос был неожиданно задан на одном из просмотров моего чеченского фильма после закрытия старого НТВ. Мы все мамы, мы все вышли из советского времени. Нам всем говорили, всем, что война – это плохо. Мне 15 лет после Отечественной войны прошло, когда я родилась. И моя мама и моя бабушка, они все говорили, чтобы не было войны. Самое главное, мы все в 1975 году боялись Америки, потому что боялись атомной бомбардировки. И вот эти вот кадры, и я помню сама, когда мы смотрели фильмы о Второй мировой войне, как там показывали, партизан пытали или что-то, слезы лились рекой, то есть все это мы сопереживаем, эти вот кадры, когда видишь ребенка без ноги, это все ужасно, мы все против войны. Но дело в том, что тут есть, ну вот вы говорите правда, неправда, тут есть обратная сторона. Если бы, может быть, не было террористических актов, все бы по-другому относились, опять-таки, к этой войне. Чем объяснить вот это, то, что дома взорвали в Москве? А кто это взорвал? Кто вот это сделал? Russian Secret Service officer Alexander Litvinenko has asked for political asylum in Britain on arrival at Heathrow Airport. Mr. Litvinenko claims that his life was in danger in Russia because he accused the FSB, the Russian Secret Service, of being behind the terrorist bombings in Russian cities. Литвиненко произвел на меня впечатление уже в 98-м своими громогласными разоблачениями коррупции в ФСБ. Теперь он напомнил о себе еще более тяжкими обвинениями в адрес своих бывших коллег. Меня волновало и то, что говорил этот отчаянный одиночка, и интересовала сама его личность. Я обзвонил всех знакомых, у которых могла быть хоть какая-нибудь информация о местонахождении Литвиненки. Безуспешно. Кое-кто даже и не хотел знать бывшего ФСБшника.
Я дозвонился до офиса олигарха Березовского. Вот с Литвиненко и так далее. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Из этого разговора я узнал о встрече в Палате лордов, посвященной Чеченской войне. Я слышал, что Литвиненко был ярым противником войны в Чечне. Я спросил Ванессу Редгрейвс, который работал над фильмом «Детские истории Чечня», знает ли она Литвиненко. Оказалось, что нет. Сразу же после трагедии 11 сентября мы заявили о своей готовности на сотрудничество с международной коалицией по борьбе с международным терроризмом. Как мне любезно подсказали в офисе Березовского, шеф должен был появиться на этой встрече. То, что я с чем знаком, она действительно полностью соответствует тем документам, а самое главное, тому опыту, который лично Литвиненко имеет. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Мне дадут телефон, потому что я вас сегодня не знаком. Мобильный телефон 077-68-394. Наконец-то я обзавелся координатами Литвиненко. До свидания. Холодным ноябрьским вечером я отправился к нему домой. Все говорят ФСБ. Но очень немногие понимают, в чем функция этой организации в обществе, в таком обществе, как Россия. В нашей стране спецслужбы фактически являются тайной политической организацией, которая использует острые формы и методы, тайные методы, не для противодействия иностранным разведкам и террористическим организациям, а для удержания власти определенной части лиц. То есть для захвата власти в 99 году, в 2000-м, российские спецслужбы использовали тайные методы, которые им по закону предоставлены для борьбы с терроризмом и спецслужбами противника. То есть если бы этим занималась армия, то они бы выехали на танках, выкатили пушки, подняли в воздух боевые самолеты. Но это бы все заметили. А так как спецслужбы России имеют на вооружении тайные методы, то это никто не заметил. И увидели только, когда в Кремле оказался чекист. И в правительстве чекисты, и везде чекисты. Во времена КГБ это был вооруженный отряд коммунистической партии, то сейчас я думаю, что это вооруженный отряд определенного клана российских чиновников. Коррумпированной части. На официальном сайте ФСБ историческая линия органов госбезопасности представлена как единая и непрерывная с революции 17 года. Люди, прямо ответственные за ленинский и сталинский террор, изображены как непосредственные предшественники нынешних руководителей ФСБ России. Преступников, продавшихся вражеским разведкам, изменников и шпионов, продавших врагу нашу родину, расстрелять, как поганых псов. О КГБ я слышал с раннего детства. В 4-летнем возрасте меня заинтересовало словосочетание «большой дом», которое употребляли мои дедушка с бабушкой. Я спросил, что это за дом и почему он большой, но удовлетворительного ответа не получил. Спустя годы я понял, что «большой дом» — это здание Ленинградского комитета госбезопасности. Спрашивайте, мальчики, отцов! Здесь воспитывают смелость, находчивость, верность долгу. Вера в героя, рискующего жизнью ради государства, была важной чертой нашей детской невинности. Разведчик Штирлиц в черной с иголочки эсэсовской форме был неким божеством из любимого и тревожного мифа. Что там? А
Романтика тайны и опасности на службе родине привлекали многих. Но даже в подростковом возрасте мне казалось, что не только романтика двигала теми, кто стремился работать в госбезопасности. Театральный институт, в который я поступил после школы, считался идеологическим. Вскоре оказалось, что я не нахожусь на должном идеологическом уровне. И довольно серьезно. Часто бывает так, набирает 25, окончает 18. А то и меньше. I was looking for love in the strangest places. Wasn't a storm. Мы дружили, влюблялись, вздорили. Но кроме естественных симпатий и антипатий, в воздухе витало подозрение, что среди нас есть доносчики. Такие были времена. Еще недавно казалось, что они ушли навсегда. В один прекрасный день за мной приехали двое. Путин, перед тем, как поступить в университет, пошел в КГБ и предложил свои услуги. Я уверен, что этими услугами воспользовались. То есть Путин, учась в университете, должен был писать доносы на своих друзей. То есть, если Путин находился в университете и его готовили в КГБ не менее года, он писал, выполнял поручения сотрудников 5-го управления КГБ СССР. А их интересовало только одно – борьба с идеологией вражеской. Как они говорили, борьба с инакомыслием. То есть Путину ставили задачи среди студентов искать людей, кто критикует коммунистическую партию, кто критикует лидеров советского государства, кто рассказывает политические анекдоты и об этом писать. Битых 5 часов под портретом Железного Феликса со мной беседовали о моих воззрениях на советскую действительность и предложили сотрудничать. Я отказался, и вскоре после этого был отчислен из института. Путин говорит, что меня научили любить родину в КГБ. То есть, когда Путин писал доносы на своих сокурсников, его учили любить родину. Слава советскому студенчеству! Ура! Да здравствует советская молодежь! Ура! Много лет спустя я познакомился с Натальей Лазаревой, одной из последних советских политзаключенных. Теперь она работает в Петропавловской крепости, политической тюрьме при царях. Здравствуйте. Вот, вот та самая перспектива, где, куда приводили народовольцев, где они были. Вот одна была из камер. Здесь находились в заключении Достоевский, Чернышевский, Кропоткин, Горький. Страшно всегда было, в любое время. Вы думаете, диссидентская деятельность заниматься было не страшно? Страшно. Мне один раз попало по челюсти, ногой. Наталью Лазареву посадили на 4 года за иллюстрации в феминистском журнале. В тюрьме ее избивали и морили голодом. Материалы следствия занимают 7 объемных томов. Статьи не должно было быть такой вообще. Что такое антисоветская агитация и пропаганда? Человек сказал правду, уже антисоветская агитация и пропаганда. Но сегодня, наверное, нельзя ругать тоже правительство, я не знаю. Есть же статья за клевету. Каждый день были допросы. 3 месяца меня допрашивали. Черкесов, вот знаете такой, да, фамилию? Вот, я как сейчас помню, он заходил в кабинет к Егереву. Просто какие-то бумажки передавал, что-то спрашивал, а это кто? А, это Лазарев, это так. Когда мне Славочка Долинин сказал, слушай, Черкесов баллотируется в депутаты. Я говорю, кто такой Черкесов? Да не знаю я его. Но когда его показали по телевизору, я сразу его вспомнила. Простите, в однозоне таких людей называют шестеркой. Но что они делали с нами? Вопрос. Нас-то зачем было трогать? Помнишь ли, Россия, что еще совсем недавно, в пору деятельности нынешних руководителей государства,
стихи Ахматовой были уликой против политических противников. Октября. Литейный, 4. Когда Путин пришел к власти, он сделал Черкесова, своего коллегу по питерскому КГБ, полномочным представителем президента по северо-западному округу. Этот пикет – знак протеста против прежней карательной организации НКВД, ГПУ, КГБ. Почему сейчас господин Черкесов заявляет? А что вы от нас хотите? Да, говорит, сажали мы диссидентов в тюрьмы. Да, сажал я диссидентов в тюрьму, вел на них уголовные дела. Но тогда же были такие законы. Какие ко мне вопросы? Он прав. Он действовал легитимно в нелегитимном государстве. Возьмите веревку, карман! Да не мешай, не мешай! Потом мы перешли в другое состояние общества. Государство стало легитимным. Начались выборы, появилась демократия. А спецслужбы в нем превратились со своим менталитетом, со своими формами действий, они стали нелегитимны. То есть спецслужбам, чтобы себя легализовать, стать легитимным, надо что сделать? Власть нелегитимная, правильно? Чтобы власть была нелегитимна и создала для них законы, при которых они даже могут действовать легитимно, правильно? А чтобы сделать власть нелегитимной, демократическую, что надо сделать? Надо втравить ее в политическую провокацию, в войну. Шли планы о вводе войск на территорию Чечни. Севастьянов со Степашиным навербовали солдат Таманской Кантемировской дивизии и организовали вот этот ввод оппозиции. Помните, в 1994 году, когда сожгли танковую колонну? То есть специально загнали в Грозный танковую колонну, никто не мог понять, что же они зашли там и стояли. Их сожгли, уничтожили. Ельцину показали, вот смотрите, они убили наших военнослужащих. Они начали войну против нас. Тогда депутаты Государственной Думы собирались ехать туда, в Чечню, к Дудаеву, и вести переговоры, чтобы не было войны. И вот как раз в этот период прозвучали взрывы. До этого были заявления Сосковца о том, что по оперативным данным идет группа, значит, этих террористов, диверсантов на территорию Москвы, и начались взрывы. То есть сначала готовили общественное мнение, а потом начались взрывы. Первый взрыв – река Яуза, мост через реку Яузу, погиб капитан Шельков. Потом было несколько взрывов через на железнодорожном полотне. Как считают специалисты, взорванный мост был лишь пробным шаром. Сегодня ровно месяц со дня происшествия, на месте которого тогда был найден изуродованный труп капитана российских вооруженных сил Андрея Щеленкова. По некоторой информации, теракт... Потом пошли взрывы в автобусах. Вот, здесь у нас идет Шеленков, в взрывах автобусов, значит, осужден Воробьев. Значит, один капитан, сотрудник службы фирмы «Ланака», который руководит агент ФСБ, а второй сам же является агентом ФСБ. То есть ФСБ эти взрывы делал. Мы хотим мира, мы не хотим войны крови, она проклята, это Ельцин. Через группы нашей сети, он только через нас. То есть, как только Ельцин начал войну в Чечне, он сразу от демократичного президента превратился в антидемократичного, нелегитимного. Пока кружился Новый год и бодро музыка играла, у вас в Чечне наоборот горело все и грохотало. Ну почему же вы должны за тупость заплатить сынами, прожив полвека без войны, очнуться вновь в кровавой яме? Мы братья все, а не враги. Для нас Чечня была родною. О, Боже правый, помоги! Что сделалась страна с тобою? Куда идем? Куда глядим? Из-за кого детей теряем? До 18 растим, потом на войну отправляем? Не смейте трогать сыновей и посылать на преступления. За наши слезы, смерть детей, вам век не отмолить прощенье. Россия вела войну против своих граждан, но была готова слышать о ней правду и на площадях, и в парламенте. Армия использует запрещенные приемы ведения войны.
Трагическим примером служит станица Первомайская. По этой станице был открыт ураганный огонь из танковых орудий, ракетами из самолетов. Каждый третий дом был разрушен. Кто давал право применять боевые вертолеты и обстреливать из БМП мирное село? Я воевал в Чечне. Я помню, когда мы взяли в Первомайском пленных, я сидел, опрашивал молодого парня, которому было 17 лет. Молодой парень, кстати, достаточно грамотный, умный, начитанный парень. Я ему задал один вопрос. А почему ты пошел воевать? Он мне, знаете, что ответил? Сидит передо мной мальчишка 17 лет, незраненный, и говорит. Знаете, говорит, я эту войну ненавижу. Я не хочу воевать. Я говорю, а для чего ты пошел? А он говорит, вы понимаете, у нас весь класс пошел. То есть вот я вспомню 41-й год, фильмы про 41-й год, когда у нас всем классом уходили на фронт. Вот так же сейчас чеченские мальчишки всем классом уходят на фронт, чтобы воевать с нами в Чечне. Скажите, у нас есть шанс там победить? Была ли у нас тогда свобода? Была свобода делать телепередачи, свобода разъезжать на машине, свобода отовариваться в собственном городе. Свобода незрелая и непредсказуемая опьяняла и гипнотизировала таких, как я. Взгляд часто не проникал сквозь фасады новой постсоветской действительности. По большому счету, это была война. На улицах Москвы шла невидимая война. Именно Александр Литвиненко, в то время сотрудник 7-го управления Федеральной службы безопасности. Александр Гусак, легендарная личность, ветеран ФСБ, воевавший в опасных регионах, бывший непосредственный начальник Саши Литвиненко. Он со мной параллельно, что ли, работал. По Подольской ОПГ. Он уже после 96-го года он был переведен из моего подразделения. Ему дали, назначили начальником направления. И он тоже занимался Подольской ОПГ, Грузинской ОПГ. Ну, у нас насчитывалось 34 ОПГ. Только в Москве, понимаете. Ну, когда я начал работать по линии организованной преступности, я видел, какой поток людей у нас идет в тюрьмы. И я понимал, что если в нормальной стране, ну, не может быть такого количества уголовников. Не может. Страна уголовная. Почти 50% взрослого населения, когда бы то ни было, один раз оказывались за решеткой. После этого я начал смотреть. Я уже перестал видеть в каждом генерале, в каждом начальнике, то есть как на Бога на него смотреть. Я видел, что это люди, как правило, наверх идут люди, которые имеют больше недостатков, чем те, которые снизу. Я видел посредственных людей. Мне запомнился очень хорошо один эпизод, где он из-за его профессиональных, будем так, навыков, да, мы быстро одно преступление раскрыли. Это было нападение на одного из моих сотрудников, внезапное. Человека оглушили, отобрали оружие там и так далее. Вот через 3 дня буквально мы его уже задержали. А Литвиненко был, ну я бы сказал, что как бы основным в этой ситуации. Кто раскрыл?
Да, кто раскрыл, он основным был. Представляете, в Москве найти этого человека, да? Мне понравилось, как он работал. Работал парень, будем так говорить, как раньше говорили, беззаветно. Да, как оперативник он был с рабочими его возможностями, вот таким напором, хороший напор у него был, желание борьбы вот это, с негативом у него превалировало. Он мог, допустим, двое-трое суток не спать. Ну, таких обычно называют рабочими лошадями. Я с ним дружил. Ну и на свадьбу он меня к себе приглашал с Мариной. У Саши никогда не было недругов с самого начала, потому что Саша сам всегда был очень открытый человек. И люди, кто его воспринимали, они видели эту открытость, но не каждый мог это оценить. То есть кто-то оставался открытый с ним же, а кто-то пытался использовать эту открытость. И когда Саша понимал это, то он закрывался. И это уже был не тот добрый, открытый Саша, а это был очень бескомпромиссный Саша. Вот. Я не знаю, достоинство это или недостаток, он не терпел компромиссов. И людям, которым казалось, что его можно использовать так, как они хотели бы, натыкались на железобетонную стену. И это вызывало у них ненависть. Как же так? Только что. Это был совершенно мягкий человек, которым им казалось, можно манипулировать. А в ответ они получали совершенно обратный результат. И вот это вот бессилие, что они не могут его использовать так, как они хотят, мне кажется, рождало в них ненависть. И тогда они его называли врагом. Саша дал мне видеокассету, существование которой многим мешало. А может быть, и мешает до сих пор. Это была запись ночного разговора офицеров ФСБ Литвиненко, Гусака и Понькина с тележурналистом Даренко. Работаем, да? Ладно, значит, 20 апреля, понедельник уже, ночь, да? 1:20 ночи. Первая задача, которая мне была поставлена, находясь в управлении, что надо, значит, якобы и раньше службу проходил в подразделении некий подполковник Трепашкин, его фамилия. И надо его поймать, отобрать удостоверение. И так как он обратился в суд, судится, ну, в суд на Ковалева подал за увольнение, да. Его надо, значит, прессануть. Ну, значит, физически с ним расправиться, ну, так я понимаю, избить его, либо его, значит, загрузить чем-то, там, гранатой, пистолетом в отделение милиции его посадить, ну, в общем, провокацию точнее сделать, либо, значит, его, может быть, даже... Провокацию с целью, что у него находилось, да, незаконное якобы, оружие или пистолет, гранаты, да. Да. Якобы, либо его, значит, надо было, и, может быть, даже вообще убрать, ну, ликвидировать, чтобы шума не было. Вышел на улицу случайный выстрел. В жизни Трепашкин оказался симпатичным, приветливым, даже простодушным на вид человеком. Это единственная разновидность диктатуры, которой мы обязаны подчиниться. У меня вот первый конфликт в 1995 году именно с Патрушевым, когда меня с одной стороны была дана команда одной из таких групп, которая занималась обналичением денег и завершилась убийством. В нее входили более 3 полевых командиров. С одной стороны дали команду ее локализовать, ну, путем возбуждения уголовного дела на чисто правовой основе. С другой стороны, когда я начал привлекать и пошла вот эта как раз цепочка, то, о чем мы говорили, что всегда у них есть здесь свои покровители, кто прикрывает их и прочее. И, как правило, это либо ФСБ, либо ГРУ, вот, в частности, там столкнулись, ГРУГИН, штаб Российской Федерации, либо милиции, тоже по этому делу мы столкнулись. И вот тут говорят, нет, вот этого можно трогать, вот этого нельзя трогать. А почему? Ну, если он совершает преступление, значит, неважно, кто за ним стоит, его должны привлекать ответственность. Нет, нельзя. Трепашкин что-то знал такое, чего не боялись, что он озвучит в суде. Это была первая задача. Кстати, она меня тогда очень насторожила. Мы ее, значит, не то, что отказались выполнить прямо, но мы ее просто не стали выполнять. Ну, молча ушли и все. Этого делать не стали. На итоговом совещании, которое проводилось по итогам работы за год. Конец, самый конец 97-го года. Да, Домышников, он встал вот так, подошел ко мне, вот так, ну, ты должен убить Березов.
В свое время, работая по одному террористу, Камышников инициативно или неинициативно вышел на этих людей и рассказал им, что ФСБ занимается ими, проверяет их и подозревает их в совершении террористических, ну, в подготовке и проведении террористических актов. Вот что мне стало известно. И были материалы. Кстати, в свое время эти материалы... То есть он выдал информацию ФСБ тем... террористам, в отношении которых работает. Фактически это предательство совершил. Значит, получается, Камышников связан с людьми, подозреваемыми в терроре. Это тот человек, который мне говорит убить Березовского. И таким образом можно сформулировать по существу некоторую гипотезу. Наиболее эффективны те общественные и политические, так скажем, системы, в которых существует максимальная возможность для самореализации каждого из ее членов этой общественной системы, каждого гражданина. Но при том, что каждый гражданин добровольно принимает на себя некоторую систему ограничений. И вот, собственно, переход от тоталитарных систем к либеральным и означает достижение критической массы людей, согласных принять добровольно некоторую систему, некоторую конкретную систему, самоограничений. Может быть, переход от внешних ограничений к внутренним? Абсолютно точно. Да, поскольку совершенно верно. Ограничения-то были всегда. Абсолютно верно, но эти ограничения навязывались. Да? И поэтому системы были менее эффективны, чем то, когда ты сам добровольно принимаешь вот такие решения. В другом, московском офисе Березовского была сделана съемка скрытой камерой. Саша впоследствии получил эту видеозапись и передал ее мне. А вот если бы было нужно, типа, двинуть, Убить конкретно. Он говорит, ты бы смог это сделать? Можешь помочь? То есть убить меня? Ну, конечно, у меня же. Несколько раз. И вот у него тема разговора в нашем мире была построена на 20 минут. Вы же, говорит, делаете такие вещи. Саша, ну вот так вот. Да. И потом перешел на Сашу, говорит, ты мог его убить? Ну, все помочили. И такая палка. И просто я хочу сказать, какой ценой человечеству достается знание, и как тяжело приподняться над общепринятыми форматами, стандартами и прочее. Русским людям труднее или какие-то общечеловеческие вещи? Вы знаете, я бы не так. Вот знаете, вот я бы не так. Я немножко понимаю, о чем вы говорите. Знаете, вот менталитет российский глубоко рабский. И поэтому с таким удовольствием воспринимается как раз система внешних ограничений. И поэтому справедлив вопрос все-таки, а вот почему я так настаиваю на либеральном устройстве России, если как бы я сам себе противоречу, говорю, что русские глубоко, так сказать, зависимые люди. Да, может, вы идете против культуры, природы. Да, совершенно верно. Может, природа против природы нации. Готова ли Россия стать либеральной? Да? Готова ли Россия... А что значит либеральная? Готов ли народ взять на себя, ответственность? Я считаю, что готов. Когда этот диктат государства был снят, и вдруг за 10 лет у нас появились миллионы предпринимателей, миллионы независимых политиков. То есть журналистика стала совершенно другой. Да? То есть оказалось, что Россия полностью подготовлена вот к этому принципиальному шагу в развитии своего. Эта готовность есть, но нужно было двигаться дальше, чтобы закрепить вот эту свободу, да, вот эту независимость, которая разрушает. Ведь моя главная претензия к сегодняшней власти – это разрушение менталитета свободного человека. Вот в этом – это ключевая точка. Да. Не то, что там все эти глупости с вертикалью власти, с которыми на средства массовой информации, они имеют прямые, абсолютно отрицательные последствия. Разрушение нарождающегося свободного менталитета граждан России. Не может быть такого, что директор в курсе, может быть, согласен с президентом, не в курсе. Но я знаю, что некоторые лидеры из политических, я уверен в этом, что они в курсе и поддерживают тех людей, которые нами руководят. То есть поддерживают ситуацию гниения? Да.
я думаю, что это им просто выгодно. Прикрытие есть наверху. Да. Да. Сергей Даренко у нас взял интервью. Мы с ним договорились, что только в случае смерти это должно появиться. Кассета оставалась у Литвиненко. Потому что я с собой уже ничего не носил. Понимаете? Вот. А через некоторое время я у Литвиненко кассету изъял, как я думал, что один образец. И вот этот подлец дождался, что я уехал в отпуск. В отпуск я уехал или в конце октября, или в начале ноября. Я приезжаю домой к родителям на Украине. С родителями сижу за столом, пью чай, вижу себя по телевизору, даю еще пресс-конференцию, ну, вернее, даю еще интервью. То, что 8 месяцев назад записывалось, я увидел на экране телевизора. Офицер ФСБ из отдела Александра Гусака встретились со мной в апреле 98 года. Я понимаю, что офицер госбезопасности не должен ни интервью давать, ни выступать по телевидению. Но сейчас я понимаю, что наступает момент, когда, в принципе, я за свою жизнь никогда не боялся, не боюсь. Если бы я боялся за свою жизнь, я бы не делал то, чем я сейчас занимаюсь. Я боюсь за жизнь своей жены, своего ребенка. Мало того, я понимаю, что даже если они расправятся со мной, с моей женой, с моим ребенком, они не остановятся. Если этих людей сейчас не остановить, то этот беспредел захлестнет вообще страну полностью. Это будет страшнее, чем 1937 год. Я понял, что в ФСБ сидят, в руководство ФСБ пришли люди циничные, люди, способные на все. Я понял, кто у власти в ФСБ, а тогда был Путин. Я понял, что молчать нельзя. Мне предлагали закрыть свой рот, отказаться от своих показаний, и, значит, мне дойдут вышестоящую должность. Даже были смешные случаи, некоторые подходили ко мне и говорили: «Саш, что тебе не хватает? Что ты, куда ты прешь? Ты посмотри, как все живут. Ты что? Ну, найди ты несколько магазинов, да получай ты с них и все, и живи спокойно. Что тебе 5-6 тысяч долларов, вот так хватит? Куда ты лезешь-то? Зачем тебе это надо, мы не понимаем. Все у тебя будет. Ну, ты если сам не можешь найти, мы тебе сами дадим». Заместитель начальника отдела Енин прямо заявил мне в присутствии служивцев, оскорблял мне нецензурной бранью, заявил, что ты не дал патриотам Родины убить, это один из руководителей отдела, что ты не дал патриотам Родины убить еврея, обокравшего полстраны. Бунт. Это был самый настоящий бунт, если так вот оценить. Вот восстание. Сбунтовалось подразделение. Это был самый настоящий бунт. Все ФСБ смотрело, что будет дальше. Такого, я думаю, ни в одной спецслужбе не было в мире вообще за всю историю, чтобы взбунтовалось целое подразделение в секретном управлении. Подразделение, которое создали для совершения убийств, оно взбунтовалось. На пресс-конференции он был лидером, да? Но там были и другие люди, мы знаем. Что ими двигало, скажем так? Они испугались, что их действительно заставят это делать. Но они не делали этого каким-то моральным соображением? Или... Нет, из страха, потому что это же, если ты совершишь вот этот вот шаг через эту черту, то ты себя просто практически лишаешь любой безопасности, потому что тебя могут так же убить потом. Все. Ты становишься просто абсолютно незащищенной. И они пошли за этого, а не за идейных соображений. Вопрос в другом. Вопрос в том, что эти люди, в принципе, в 98-м году совершили, можно сказать, гражданский поступок, мужественный гражданский поступок. Они отказались совершать преступления, которых их втягивали, которые им приказывали сделать. И они выступили против системы. Эти люди были со мной рядом, рука об руку, плечо к плечу. И я им благодарен за то, что они были со мной рядом. 6 офицеров, некоторые подслужили более 25 лет в органах, вышли и на всю страну сказали, что, в принципе, сказали, что так дальше жить нельзя. И вместо того, чтобы разобраться внимательно, посмотреть, что происходит, власть начала их давить.
он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации за злоупотребление служебным положением, а именно избиение граждан при задержании и за ощущение взрывчатки. По всем эпизодам, в которых сейчас обвиняются бывшие сотрудники ФСБ, ранее проводили служебное расследование. И тогда не нашли никаких оснований. Через несколько минут после оправдательного приговора по делу о превышении должности. Уникальный случай в истории юриспруденции. Подсудимого сначала освобождают в зале суда за недоказанностью вины, а спустя пару минут... Внимание, внимание! Федеральная служба безопасности! Послушайте, всех подойдите, спокойствие! Судебное заседание не закончено. Пожалуйста, соблюдайте порядок в зале суда Федеральной службы безопасности. Проиграв в суде первое дело, главная военная прокуратура и ФСБ пытаются предъявить им новые обвинения. При этом следствие использует сомнительные методы сбора доказательств. Шесть лет я работаю на ФСБ, агент. Мой куратор был и есть и остается Литвиненко. Саш, я его люблю, уважаю. Против него выдвинутый, знаете, просто такие обвинения, что у меня просто глаза закрываются на это, на все. Просто закрываются. Он был и есть остается человеком. И в данный момент, я остался без помощи. Из меня вышибают показания просто для того, чтобы я его посадил. Как я могу посадить человека, которого он мне просто, Господи Боже мой, он мне просто жизнь создал. Ни деньгами, ни чем-то. А просто он сказал: Ром, иди по нормальному пути. Нормально. Не будь бандитом, не будь никем. Сейчас, в данный момент, меня ловит солнце, группировка и так далее и тому подобное. Меня все ловят. Я сейчас прячусь. И прячусь от государства, и от бандитов. Ну и что? Что мне теперь делать? Я не знаю. Я вот агент. Да. И что? Все, моя жизнь закончилась. ФСБ дошла до последней стадии предательства в отношении своих офицеров и своих агентов. То есть завербованных рассекречивают, если они отказываются дать показания на тех, кто их завербовал. По подозрению в убийстве арестован бывший начальник Литвиненко Гузок. Я 4 года был под следствием, понимаете? Я, как говорится, за все ответил. Меня за это не осудили. Понимаете? Некоторые граждане России верят, искренне верят в то, что спецслужбы должны убивать. Вот я со многими своими друзьями разговаривал, которые даже очень умные ребята и занимаются бизнесом там и в спецслужбах. Они подходят и говорят: Саш, что ты вот устраиваешь этот шум? Как я должен считать Александра Вольтеровича Литвиненко? Только подонком. Мне грех винить людей за это. Их нельзя за это винить. Это все равно, что солдат поднялся в полный рост из окопа и пошел на танк. Если он погиб, мы же не можем солдата за это винить. Органы государственной безопасности, они включили всю мощь, которая имеется в наличии, всю мощь. Я скажу, был проведен полный комплекс мероприятий, которые, весь опыт накопленный в 5-м управлении госбезопасности, то есть дискредитация, компрометация,
шантаж, угрозы, фабрикация оперативных материалов, фабрикация уголовного дела. То есть вся мощь была включена. Эта машина полностью развернулась и начала их раскатывать. И некоторых раскатала. Михаил Трепашкин был арестован осенью 2003 года. Мне удалось связаться с ним по телефону до того, как его перевели на более строгий режим заключения. Один из участников этой пресс-конференции, который сидел в маске, Шабалин, он открыто заявил, что он, чтобы его не посадили, он побежал, установил снова контакт с управлением собственной безопасности, как бы и раньше он сказал, работал на них. И говорит, мне рассказали, будешь против Литвиненко работать, чернить всячески вот эти пресс-конференции, оставим тебя в покое. Когда они приходили в кабинет Кравченко, ФСБшники, который первым меня судил, Кравченко, который меня оправдал по закону, он их выгнал оттуда, они ему сказали, запомни, если ты его оправдаешь, этого подонка, то ты будешь следующий судья. Сейчас этого судью выгнали из суда и выгнали председателя суда. Сейчас они набрали себе лояльных. И что они делают? Он приходит в суде и говорит, вот ты понимаешь, ну 3 года, ну что с ним, ну он уже 20 сидел, еще годик, ну условно, ну пусть только виновный будет. Но ему дали, по-моему, 3 года условно. И мне прямо говорят, ты предал систему. Не было никакой необходимости куда-то бежать. Ты, говорит, предатель, мы все равно тебя убьем. Вот и все. Для них я враг. Я выбрал бежать. Почему? Потому что со мной был мой ребенок, которого тоже грозились убить, маленький. Я посмотрел на своего сына маленького, 6-летнего, я понял, а этот-то за что? Он еще жить не начал. Я понял, что я не знаю, что со мной будет дальше, но я должен сделать все, чтобы спасти этого ребенка. Родина, прости. Ай-яй-яй, улетаю, улетаю прочь. Меня ты скоро позабудешь, отпусти. Я не могу так, родина. Трепашкин, ставьте за кабинет. Желаю давать объяснение, пожалуйста. Литвиненко должен был спасать свою жизнь не как перебежчик, там, изменник родине, чтобы секреты какие-то нести, именно спасать свою жизнь, это могу абсолютно точно сказать, когда должен был приезжать уже за границу. Потом продолжили тех, кого раньше собирались замочить, в том числе я попал под эту группу. Тем более, к тому времени стал представлять интересы потерпевшим взрывы домов. После того, как я не стал, как говорится, принимать участие в подготовке убийства Литвиненко и не прекратил работу по взрывам дома, зачепили подброшенные патроны прямо в квартиру. И сказано было открыто, что это у нас стандартный набор для обыска у всех офицеров запаса. В каждом суде сидит офицер действующего резерва ФСБ. То есть офицер ФСБ в судейской мантии. И он ходит среди судей, ведет оперативную работу, подбирает лояльных к ФСБ судей, чтобы они штамповали те вердикты, которые пишут ФСБ. Но у него есть власть назначать, перемещать судей, как он набирает? Он официально... А он их обрабатывает? Официально власть он не имеет. Как они ведут себя? Вот ты понимаешь, вот есть такой человек, которого надо посадить. Судья, ну тут же ничего нет. Я образно говорю. Вот ты пойми, ведь там же на самом... Там сам он хочет. Он тебя не забудет. У тебя квартиры нет. Вот квартира. Вот сейчас этот в таком-то суде председатель уходит. Ты иди, мы тебя туда поставим. Замом будущим будешь председатель. И судья сидит и думает. Он приходит домой. У него низкая заработная плата. Жена дома говорит, сколько можно жить на эти копейки. У него он живет с тещей. Там в каждой комнате по 3 человека спят. Он живет... В страшных бытовых условиях судья берет, пишет, вердикт виновен. Все. Судья в замазке, как у нас говорят. Судья свой. Ему можно все. Ему приносят взятки, он их берет.
И когда приходят, допустим, в ФСБ материалы, что он берет взятки, приходит опер, говорит, вот смотри, ты вот лояльный к нам, вот видишь, на тебя принесли заявление, что ты взятку взял. А мы это заявление, видишь, а куда заявление в ФСБ принесли? А мы его порвали. Бери. Было доложено ФСБ, что я связан с Литвиненко, передаем по интернету копии секретных документов. Литвиненко никакими секретами не располагал. Все прекрасно понимают, что никакими секретами я не обладаю. Все секреты, которыми я обладаю, это организованная преступность и коррупция. Согласно закону о государственной тайне, эти сведения не могут составлять государственную тайну. И мне даже если бы я и хотел сотрудничать с английской разведкой, мне им рассказать нечего. Какой же я изменник Родины? И почему они так на меня обозлились? Да потому что, как мне говорили в частных беседах, ты покушился на главное, на святое. Как мне один сотрудник говорил, ты можешь продать всю агентуру нашу. Да черт, говорит, с ней, с агентурой, мы новых навербуем. Но ты покусился на святое. Ты покушаешься на систему зарабатывания денег. То есть, ты что хочешь, чтобы мы на метро ездили? Вот о чем разговор. Вот почему они меня ненавидят. Недавно совсем Саша мне сказал, Марина, я могу иметь любую информацию. Даже от людей ФСБ, которые меня считают врагом и предателем. Действительно? Да. Нету проблемы. Любая информация. Точнее, просто есть цена. Да, просто есть ему цена. И понятие ненависти, патриотизма, это все для телевидения. Только говорить о них, как о героях. Пока мы не уничтожим здесь вот это гнездо терроризма, спокойной жизни не будет. Будут взрываться дома, будет везде своеобразная мафия обраками обкладывать всех. Будут везде угрожать, будут воровать людей, торговать ими. Где-то уже 26 января 2000 года я уже был в Чечне. Командир роты, капитан Сафаров, вместе со старшиной, они продавали боеприпасы за водку, за анашу чеченцам. Там вообще была торговля конкретно. Там продавали птуры. Ну, птуры это очень такие штуки хорошие. Это противотанковые управляемые ракеты. Офицеры продавали роты. Офицеру платили деньги, кто? Боевики, и он просто посылал куда-то роту, и эту роту просто уничтожали, блин. Также особисты. Особисты вообще мрази просто, блин. Вот, например, вот чеченцу нужны люди, чтобы работали, на них русские солдаты. Они просто договаривались с командиром роты, говорили, мы тебе даем 2 штуки баксов, привези нам такого-то и такого-то, 2 человека. Он, короче, делал, что он запихивал в десант БМП и продавал. Особисты то же самое делали. Или они людей продавали, солдат русских, в рабство. Анна Политковская, пожалуй, сделала больше всех для того, чтобы привлечь внимание к военным преступлениям в Чечне. Но и у нее иногда опускались руки при виде всемирного безразличия. Ну, было и такие комичные случаи, да, когда входили и говорили, ну вот, давай там 300-500 рублей, мы тебя не изнасилуем. Да? Уже, знаете, такой уровень аморальности, да. Ну, если уж ты пришел изнасиловать, да, ну... Двойной ценим. Да, ну, что ж ты говоришь-то? Ты что, ты 500 рублей дай, и у тебя уже нет желаний, что ли? Ну, вот, ну... Мне уже это показалось как-то с моей женской точки зрения уже совсем. Ну просто лихо. Вы знаете, вот у нас сегодня вышел в газете материал, который, конечно, между собой мы считаем там, сенсационным, принципиальным, важнейшим для понимания процесса. Ну о том, что один из террористов, бывших в Норд-Осте, ушел и сейчас работает в администрации президента Путина. Для нас это... Ну, как, важнейшее событие, потому что действительно тогда все в другом свете. Да? И я писала эту заметку, я просто болела.
Ты как, знаете, куда бы ты опустилась в туалет? В эту дырку с говном. Сказал, что вот мы сейчас опубликуем. Ну, должно же что-то произойти. В том смысле, что общество должно понимать. Что он практически туда привел? Да-да. И ушел? Или вот как? Вы думаете, вот сегодня понедельник. Угу. Ну да, номер когда? Вышел рано утром. Да? Вот сейчас середина дня. Да никому ничего не надо. Мы там все страдали. А это был просто подконтрольный теракт. Власть отлично осведомлена, что никаких протестов по поводу этого, митингов, шествий и какой-либо опасности для себя она от этого не имеет. Ага. Поэтому, я думаю, спокойно взирает на наши внутренние мучения и страдания со своего кремлевского холма и думает, ну давайте, прыгайте. Надо вас прихлопнем, не надо, живите. Я думаю, что вот так. Я решил проверить, насколько легко найти новую газету, в которой работала Анна, в центре Петербурга. Новые газеты вот так. Здравствуйте, вы хозяйка, да? Новые газеты. Нет? У вас новые газеты нет? А не бывает? Новой газеты у вас нет? Новый. Не бывает? Держись! Новой газеты у вас нет? У вас новой газеты нет? Что в эти? Слышал об этом, а что? Это хуйня, да? Да. Называют по-русски хуйня. Но тут да. Что-то есть хоть. А то мы ж ничего не знаем про нашу историю. Но, про нашу реформу мы не знаем. Неправда имеется в виду, что это неправда? Нет, я думаю, что наоборот. Я бы не стал ее брать. Потому что, а у нас все, у русских так называется. Все интересно. Одного журналиста убили, который критикует жестко президента в подъезде, убивают в подъезде второго журналиста, ну, образно в подъезде. Все, ищите подразделение, которое занимается внесудебными расправами. Говорил, что его
очень волнует взрывы в Москве. И что он собирается об этом много писать. Очень жаль, что больше с нами нет Артема Боровика. Что можно ответить простому российскому человеку, который говорит, несмотря на то, что формально он понимает, логически, вот что, например, скажет, что ты говоришь в книжке, но эмоционально он не может принять, что русский человек свой закладывает мешки с взрывчаткой и умирают соотечественники. Я вам скажу, что по опросам больше 50%, а даже, по-моему, последний был 60%, считают, что ФСБ взорвало дома. Единственный аргумент, который ФСБ приводит в свою защиту, это то, что мы не взорвали дома, потому что мы их не могли взорвать. Все. Хотя, если взять историю Комитета государственной безопасности и историю же ФСБ, так я вам скажу, что основная задача, которой они занимались, была террористическая деятельность. Андропов, допустим, он всю жизнь занимался террористической деятельностью, ну, профессиональный террорист. Берем мы организацию, которая имеет террористическую наследственность, и происходит террористическая атака. Ну, извините, кого мы первым должны подозревать? Нам сейчас говорят, вот эти люди не могли. Подождите, какие люди не могли? Путин с Патрушевым не могли. Я внимательно изучил деятельность Патрушева. Слушайте, Патрушева весь за Патрушевым тянется криминальный шлейф. За Путиным тянется криминальный шлейф. Путин проходит по материалам о торговле наркотиками. Когда и в какие годы, и где? До 2000 года, вплоть до избрания президента, есть документы, что он был связан с колумбийской наркомафией. Значит, напрямую или через кого-то? Ну, он был консультантом в фирме, числился в фирме, заместитель которой, вице-президент которой, арестован был немецкой полицией за отмывание колумбийских денег. Der Journalist Jürgen Roth. Er ist Autor diverser Bücher zum Thema und Kenner der russischen Mafia. Herzlich willkommen. In dem Moment, wo die Hausdurchsuchung bei der SPAG hier in der Nähe von Frankfurt stattgefunden hat, zur Mittagszeit, die lief über den ganzen Tag, die Hausdurchsuchung, also in dem Büro. Zur Mittagszeit wurde das Bundeskanzleramt angerufen und informiert und am gleichen Tag wurde noch der damalige Innenminister in Russland über die Hausdurchsuchung informiert. Das ist ja schon mal merkwürdig. Noch vor der Hausdurchsuchung gab es Versuche von Seiten der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, das Verfahren niederzuschlagen. Wegen, immer im Hinterkopf, Putin ist sozusagen das Zentrum von allem. Der Staatsanwalt hat keinerlei Unterstützung bekommen. Ausgangspunkt war ein Bericht des Bundesnachrichtendienstes über Geldwäsche in Liechtenstein. In diesem Bericht vom Bundesnachrichtendienst ist ein kleiner Vermerk drin über die SPAC, also dieses Unternehmen, das die Geldwäsche für eine kriminelle Vereinigung namens Tamboskaja macht. Daraufhin hatte der Staatsanwalt Kirkpatrick das Verfahren eröffnet. Dann relativ schnell Hinweise bekommen, dass in der Tat Geldwäsche betrieben. Dass es Verbindungen zur Tamboskaja gibt. Dass der Verdacht da war, dass Putin involviert ist. Putin war in der Anfangsphase war er im Aufsichtsrat, im ersten halben Jahr, also 1993. Dann war er die ganze Zeit im Beirat bis zum Jahr 2000. Und das ist die Zeit, wo er in St. Petersburg war, wo er aber auch schon FSB-Chef war. Er war sozusagen als FSB-Chef noch Beiratsmitglied dieser SPAG. Ich kenne ja nun zufällig die Arbeit des FSB. Der hat ja von jedem Furz hat er im Grunde genommen eine Aufstellung, wann der denn stattgefunden hat. Und es ist relativ unvorstellbar, dass Putin nicht darüber informiert war, was mit den Geldern von SPAC geschehen ist. Und dass es die Hintermänner Kriminelle waren, also klassische Mafiosi. Da gab es ein Verfahren wegen Drogengeldwäsche, weil er in großem Umfang Drogengelder angenommen hat. Das ist unzweifelhaft.
Das ist festgestellt vom Gericht in Liechtenstein. Man kann doch nachvollziehen, seine nachrichtendienstlichen Verbindungen lange Zeit zurück hier bis nach Deutschland und Dresden. Ich habe hier die Liste aller nachrichtendienstlichen Offiziere zur Zeit, als es noch die DDR gegeben hat. Da taucht Putin auch auf und da hat er schon engste Beziehungen zur ganzen Nachrichtendiensten-Community gehabt, die auch in dreckige Geschäfte verwickelt war. Die deutsche DDR? DDR-Nachrichtendienst, also Stasi. Also Korruption, Ja, nicht nur Korruption, das ist ja was Selbstverständliches, da diskutiert ja gar niemand mehr drüber. Ja. Sondern Ausspähung, Vernichtungspotenzial, also wie kann ich den politischen Gegner vernichten? Я уж не говорю о том, как Путин попался по хищению металла и финансов еще в начале 90-х в Санкт-Петербурге. Саша говорил о лицензиях на экспорт сырья для закупки продовольствия за границей во время острой его нехватки. В Петербурге эти лицензии оформлял комитет по внешним связям мэрии, возглавляемый Путиным. Весной 92 года депутатская группа по решению Горсовета Петербурга завершила расследование деятельности Комитета по внешним связям мэрии. Доклад депутатской группы и решение Президиума Горсовета были опубликованы, но впоследствии исчезли, даже из интернета. Копию этого доклада мне передал Саша Литвиненко. Кто-то заработал, блин. Сторонник данных договоров, в которых указаны суммы валютной выручки, идущие на закупку продовольствия, а также стоимость продовольствия с данными справки по объемам продовольствия, свидетельствует о том, что городу, в соответствии с этими данными, будет недопоставлено продовольствие на сумму около 11,5 миллионов долларов. Когда это будет очень большим? Украинцам тем более жалко их. Прямо вторую блокаду переживает, я так считаю. Просто очень жалко. Народ. Принимая во внимание суммы по договорам, можно сделать вывод, что их юридическая ущербность повлечет за собой убытки для города в особо крупных размерах и создает условия фактического обогащения участников сделок. Цены на товары по экспортно-импортным сделкам отсутствовали во многих договорах, что не позволяет оценить долю валютной выручки на закупку продовольствия. Войну я не на печке сидела, а работала главным инженером оборонительного строительства. Строила оборону Ленинграда и Ленинградской области. А теперь вот немцы кормят меня. Возникает предположение, что стороны и не преследовали в качестве истинной цели поставку продовольствия в Санкт-Петербург. Если бы знал, что такая жизнь, ведь война кончилась. Такая страшная блокада, уже через 2 года жизнь наладилась, а? Да, колбаса была, и все было. А сейчас карточки отменили. Было, это после такого ужаса. А тут мирное и спокойное время, ни войны, землетрясения, наводнения. Это что устроили, нищими сделали? За что же это мы? Столько потерь имели, учились, работали. Это столовая организована Мальтийской службой помощи городов Вюрубурга и Бамберга. Не мэрии Петербурга, заметьте. Еще только таблетку на тот свет дали. Рекомендации. Передать материалы в прокуратуру города, отстранить Путина ВВ от занимаемой должности. В своей статье от 18 марта 2000 года глава рабочей депутатской группы Марина Салье уточнила, что по вине возглавляемого Путиным комитета Санкт-Петербург не получил продуктов и потерял 92 миллиона долларов.
Однако общая сумма бартерных операций, по которой комитет не отчитался перед депутатами, составляет 850 миллионов долларов. Кто есть Путин? А Путин ходит с таинственным видом, и нам всем говорят, изберут президентом, узнаете. Ну, можно себе представить, чтобы на пост премьер-министра в Англии избрался человек, о котором бы говорили, он воровал или не воровал? Тут идет разговор о морали человеческой. В Советском Союзе было две идеологии. Коммунистическая и уголовная. В 91 году коммунистической идеологии не стало, осталась уголовной. А что за ветреница эта идеология? Когда-то Валентина Матвиенко была лидером коммунистической молодежи. Доложила о объявлении. Теперь она один из руководителей капиталистической России и в качестве мэра Петербурга посылает ОМОН разгонять коммунистов и прочих левых демонстрантов. Известно ли вам, что я бродил по городам и не имел пристанища и крова, но возвращался как домой в простор меж небом и Невой. Не дай мне Бог, не дай мне Бог, не дай мне Бог другого. Не знаю я, известно ли вам, что я в беде не унывал, но иногда мои влажнели веки. Я этим городом хранил и провиниться перед ним. Не дай мне Бог, не дай мне Бог вовеки. Не дай мне Бог. Бунт. Саша в свое время возглавил именно бунт, и так это и называл. Бунт. Это был самый настоящий бунт. Сашин бунт был подавлен. Но хуже того, сами его понятия правоты и неправоты, добра и зла оказались лишними. В изгнании он начал поиск глубинных обоснований нравственности. Мне казалось, что иногда он вплотную подходил к вопросу, а что если в обществе, в конце концов, все решает произвол, а не справедливость? Но Саша верил в справедливость. Именно верил, то есть не останавливался при виде того, что общество справедливостью пренебрегает. Он просто верил, что правда есть. Но он знал на своем опыте, что путь к правде лежит через бунт. И как всякий бунтарь в России, он понимал, что рискует всем. Вот и все. Что еще могу сказать? Спасибо тебе за искренне. Как человек с нормальной психикой это может принять? Вот что его действительно отравили? Что вот в Лондоне пришли и отравили его? То есть он это понимал, что это действительно может с ним произойти? Что действительно существуют эти расстрельные списки?
что он тоже в этих расстрельных списках. И он мне говорил об этом. Но ты можешь это говорить, но все равно как нормальный человек этого просто не допускать вообще, что это может произойти. И хотя первая смерть уже была Ани Политковской, все равно это казалось, что это может быть вот там, в России. Ну еще где-то, но ни в коем случае не в Англии. И даже его беспокойства все были за других людей, не за себя в очередной раз. На второй день мне сказал, Марин, меня отравили. И я, конечно, просто, опять же, как нормально, я надеюсь, психический человек пытался просто эту мысль от себя оттолкнуть. Ты не поверил? Я не поверила, Андрей, это неправильно. Я не могла принять это. Я просто не могла это принять. И у нас у двоих вот это вот было все время 50 на 50, 60 на 40. Но это вы вот всегда пытались как-то вот, ну, чуть-чуть отодвинуть. Потому что если ты принимаешь то, что тебя отравили, это как бы, ну, согласиться, что все, что-то очень страшное с тобой случилось. И неизвестно, хватит ли у тебя сил с этим бороться. А до тех пор, пока ты знаешь, что это еще вот, наверное, может быть другое, у тебя больше сил на это. Ты больше пытаешься что-то сделать. И даже когда мы разговаривали с врачами первый раз, это было на пятый, на шестой день болезни. Хотя мы говорили о том, вот такая ситуация, что Саша, ну, не просто обычный больной, что вот дело в том, что есть политическое убежище, что вот есть стремление людей заткнуть ему рот, даже таким способом. И то в наших словах было больше вопросов, чем утверждений. А проверьте-ка, а вдруг это все-таки правда? Мы же не стали кричать, стучать, бегать, говорить, что вот, это точно. Ну, страшно было. Литвиненко слишком мелкая фигура. Он не нанес, по большому счету, никакого серьезного ущерба. Литвиненко почувствовал себя плохо в начале ноября, встретившись с бизнесменом, бывшим офицером ФСБ Луговым и его коллегой Дмитрием Ковтуным. Оба подозреваются британской полиции в отравлении Литвиненко чаем, зараженным полонием 210. Луговой и Ковтун заявляют о своей непричастности. Прошло сообщение, что вот упоминались наши фамилии. И, значит, я сразу же сказал, вот он я, Андрей Луговой, я здесь нахожусь, в Москве. О! И мы, значит, подготовили заявление, копии у нас остались, и мы нас приняли в британском посольстве через 2 дня. Мы передали заявление свои с Дмитрием Ковтуном, где вкратце описали суть событий, сказали, что мы готовы там, к всяческому сотрудничеству. И на этом все. На этом все пропали. Мы на месте, мы в Москве, никуда не передвигаемся. Ждем, когда кто-то проявит интерес к нам. Никто интерес не проявляет. Поэтому вопрос насчет того, кто как с кем сотрудничает и кто какой проявляет интерес живой, это на самом деле вопрос еще. На самом деле вопрос заставляет об очень многом задуматься, все ли там вообще происходило и вообще как развивались события. Не обмани. Полоний относится к веществам, которые излучают альфа-излучение. Гамма и бета имеют длинный пробег, альфа-излучение короткий. Поэтому, когда полоний оказывается на руке, там, на щеках, я не знаю, на голове, где угодно, на теле или на одежде, у него пробег настолько маленький, что он не может даже пробить вот верхний слой кожи, поэтому ничего не происходит. Поэтому вот с этой точки зрения он безопасен. А несмотря на то, что богатый опыт, видимо, в России, учитывая, что наша страна ядерная держава, тем не менее, какой-то статистики, конечно, не существует. Это экзотика. Чай. И взять вот эту вот чашку. Чай. Да. И каким-то образом ее внешне заразить, если я и буду пользоваться, и поставлю обратно, то у меня рука уже будет в этом полоне. Так, может быть, чаю вам? Нет, спасибо. А душа белой лебедью
ведь то, что он был крещен в православии, практически всю свою жизнь был православным. И буквально прошлой весной он, когда был в Израиле, он посещал и храм Христа Господня, все эти места. Когда он приехал как раз накануне Пасхи, он был очень одухотворенный этим всем, что он сумел посетить эти места. И то, что произошло в конце, мне кажется, в какой-то степени это логично. Потому что он успел постичь еще одну веру. Ислам. И я не собираюсь эту веру противопоставлять. Потому что это не противопоставление. Это познание. И познание того, чему верят миллионы, миллиарды, там, я не знаю, сколько людей в мире. Ислам ведь не противопоставляет этим монотеистическим религиям и даже настаивает на солидарности с верующими иудеями и христианами. Они ни в коем случае, так же, как многие мусульмане мне сказали об этом, да. То есть поэтому здесь нет противоречия, это входит одно в другое. Нет. И обвинить его в том, что он предал веру. Просто мне кажется, люди говорят, а сами не верят. Они пытаются всегда найти противоречия во всем. Они не пытаются объединиться. А Саша вот сделал это. Саша открыл глаза. Ахмед, дай им папе стул. Я сел. Он говорит. В общем, папа, у меня к тебе серьезный разговор. Несмотря на такое тяжелое состояние. Он уже был в таком состоянии. Он как-то воспрял весь. У меня к тебе серьезный разговор. Я, говорит, принял мусульманство. Я сижу, значит, я две иконки вот привез ему, чтобы отдать. Вот они, две иконки. Вот. Из дома, да? Из дома, ага. Сестра дала, говорит, папа, отвези, говорит. Саша. Вот. Вера-то одна. Бог-то один, и слуги у него одни. Поэтому я считаю, что вот эта миссия была Сашина на земле – помирить христиан с мусульманами и определить вот этот жесточайший, самый террористический режим сейчас Путина и его этих подручных дел мастеров. Господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций. Какие политические провокации? О чем вы говорите? Вы мне только объясните, пожалуйста, откуда взялся этот Полунин 210?
все. Thank you.